сел пассажир возле Благовещенска на Тайвань. На Тайвань приехали, начали. Он то туда, в один дом, то другой дом. То выезжаем на эту дорогу, он говорит, на Белогорскую улицу. Тут раз на меня с ножом в горло ножный. Еле вырвался. Хорошо, мужики помогли мне. Остановились на нас, скрутили его. Нож вон валяется возле машины. А его забрали.